Но мы перейдем к нашей сегодняшней теме. С вашего позволения, мы сегодня говорим про бэки. Поэтому я представляю, что вы потребители, новые, еще не потребители, но потенциальные потребители. Вот представьте себя такими. Я вам буду рассказывать про все наши прелести. Давайте спросим у вас, как часто у вас болит голова, как часто вы чувствуете усталость в конце рабочего дня, как часто вы теряете тонус. И вы списываете это все на большой город, вы списываете это все на стресс, вы списываете это все на те условия рабочие, те условия, в которых вы обитаете. И для вас кажется это данностью. Я вам хотел сказать, что на самом деле это не данность, и есть решение, которое позволит вам вернуть вам ту энергию, тот заряд бодрости, который позволит вам делать больше и позволит вам делать это с большим удовольствием. Итак, вода и еда. Из всего этого мы можем повлиять на воду и еду, и как мы на нее влияем. Давайте поговорим про воду. Мы спросим вас, откуда воду вы пьете. Вы покупаете воду в бутылках, вы покупаете воду в больших канистрах, вы покупаете кувшинного типа фильтры, либо, не дай бог, обратный осмос вы также покупаете. Мы на 70% состоим из воды. Мы взрослые люди. Если говорить про младенцев, там все 90. Вот. Вода – это составная часть, основная составная часть нашего организма. Итак, 8 причин пить воду. Вода влияет на наш вес, на уровень энергии. Вода является средством от боли. Вода способствует здоровой коже, сохранению здоровой кожи, очищению от токсинов. Регулирует температуру тела. Это отличный терморегулятор. Вот. Вода – это основа здоровых суставов и здоровых мышц. И вода, конечно же, влияет на хорошее пищеварение. Это все обычный человек в повседневности забывает. Но, тем не менее, я сегодня здесь, чтобы вам об этом напомнить. Если вам интересно подробнее узнать про какой-то из этих аспектов, мы это можем сделать попозже более подробно. Итак, если вода настолько важна для нашей жизни, то остается два вопроса. Это сколько пить воды и какую воду пить. Итак, сколько пить воды? Берем свой вес, сколько вы весите. Вот, мы можем рассчитать прямо сейчас. Каждый может рассчитать свой вес прямо сейчас, прямо здесь. Вот, и эта цифра в районе 2-3 литров и будет той цифрой, которая вам необходима. Причем я подчеркну здесь то, что вам необходима именно вода. Не напитки, не кофе, не чай, которые наоборот влияют на дегидратацию, они наоборот забирают воду. А именно вода. Мы сейчас говорим про воду. Но про какую воду? Дело в том, что это самообман, если вы думаете, что выпивая любую воду, вы восполняете ее запас и, собственно, таким образом обеспечиваете себе здоровый организм, да? Вода должна иметь определенные свойства. И вода сегодня, доступ которой у нас есть, к сожалению, этих свойств зачастую лишена. Вода должна быть физиологически полноценной. И у этого определения есть множество свойств. Но самое главное из которых должен присутствовать минеральный баланс. Баланс минеральных солей. Соответственно, что же нам делать, если у нас нет источника качественной воды? Наша компания уже в течение 18 лет занимается технологиями улучшения питьевой воды. Это главная специализация нашей компании. И я не совру, если скажу, что мы, наверное, на сегодняшний день в мире одни из самых квалифицированных специалистов в деле по улучшению воды. И наш главный продукт Coral Mine – это природная субстанция – это коралловый реликтовый песок из Окинавы, добываемый в Японии. Так вот, у этого замечательного коралла есть прекрасные свойства, которые улучшают воду, делают ее вкуснее.
И самое главное, дают ей тот самый минеральный баланс, которого мы все лишены. Одна упаковка 30 саше – это 45 литров вкусной воды, которую вы всегда имеете у себя при себе, в кармане, вытащили и положили в бутылку, вытащили саше, положили в бутылку. Таким образом, мы создали культуру. Мы создали культуру на основе природного компонента, культуру улучшения качества воды. И гигантское количество людей во всем мире знают про эту субстанцию, знают про этот продукт. Сегодня знаете о нем и вы. Поэтому у этого продукта очень большая, очень славная история. И это был, есть и будет главный продукт компании. Но мы подошли еще тщательно к этому процессу, и мы предложили нашим людям не только сам продукт, мы еще и предложили сделать процедуру выпивания более комфортной, удобной и привлекательной. Поэтому у нас есть такие замечательные waterpacks, вот, в которые входит бутылка, мы ее называем Mercedes-Benz среди бутылок, это Core Delta, 750 мл, и вы можете приобрести этот набор, вот, который даст вам сразу возможность не только какую воду пить, но и как ее пить, то есть вы будете лучше воду пить из лучшей бутылки. Вот, и это все называется Water Pack. Вот так мы относимся к воде, и можно сказать, что в нашей компании подход универсальный, потому что мы именно начинаем с воды, мы начинаем с самого главного. И следующий пункт – это еда. И о еде мы тоже позаботились, то есть с едой мы тоже поработали, и давайте подумаем про еду в принципе. Что такое еда? Типичная тарелка, здоровая тарелка, которая рекомендована многими государствами мира. И вы посмотрите, здесь есть фрукты, овощи, здесь есть злаки, молочные продукты, мясо, рыба, яйца, бобовые и так далее. И фруктов и овощей больше всего. Но замечательно, фрукты и овощи дают нам те самые фитонутриенты, то бишь минералы и витамины. Да, это так? Наверное. Но, к сожалению, практика показывает, что современные фрукты, современные овощи не дают нам того количества необходимых нутриентов, необходимых витаминов и минералов, которые нам нужны. Поэтому вам как бы рекомендуют, ешьте больше фруктов и овощей. Но даже если вы их потребляете, в лучшем случае, что вы получите, это клетчатку. Вы не получите должного количества фитонутриентов, витаминов и минералов, которые вам нужны для полноценного существования. Отсюда и ваши головные боли, отсюда и ваши недомогания, отсюда и ваша усталость. Именно это является причиной всем этим вашим симптомам, которые вы считаете, что это условие существования в большом городе. Нет, это не так. Вы можете быть здоровее. Я вам расскажу, как это сделать. Соответственно, человеку, чтобы быть счастливым, здоровым, ему нужно как минимум вот эти вот элементы. Вода, энергия, витамины и минералы, ПНЖК и фосфолипиды, клетчатка, аминокислоты и пробиотики. На самом деле этих веществ намного больше. Вообще около 90 необходимых нутриентов насчитывается. Но мы сейчас говорим про базовые, про то, чтобы вы сейчас за это время смогли усвоить. И, соответственно, какое решение предлагаем мы, какое решение предлагаю вам я? Daily Health Pack. У нас есть такой замечательный набор ключевых компонентов здорового питания, который состоит как раз-таки из воды, из омега-3 кислот, вот, из антиоксиданта, который является источником энергии, и мультивитамин. То есть полноценный набор нутриентов, который нужен вам каждый день. И вот это тот источник, чего вы недополучаете в повседневной своей жизни, покупая продукты в супермаркетах, выпивая воду из фильтров, из бутилированной воды. Вот самое простое, понятное решение.
Но поскольку ассортимент компании, он действительно огромен, и в нем очень много интересных продуктов, о которых можно часами рассказывать, я бы хотел рассказать про решения, с которых, пожалуй, стоит начать, потому что они базовые, они основные, главные. Решение – это вода, начни с воды. Если вы не уверены, вы можете всегда начать с воды, потому что это совершенно недорого, вот, и результат не заставит себя ждать. Вы просто почувствуете на своем тонусе, на том, что у вас появится больше энергии в течение месяца. Вам достаточно месяц пропить воду, чтобы почувствовать вот эти вот изменения, которые появляются в вашей жизни. Но эти изменения будут появляться только когда вы действительно будете выпивать такое количество воды с продуктом CoverMind. Потому что чудес мы не бывает. Мы здесь не про волшебство. Мы здесь действительно про культуру здорового образа жизни. Мы предлагаем, пожалуй, лучшее решение на сегодняшний день на рынке по детоксу. И здесь у нас есть замечательный Coral Detox и Коловада. Коловада – это программа двухнедельной очистки. Легендарная Коловада. Кстати, я бы рекомендовал Coral Detox пропить перед тем, как переходить к Коловаде. Например, особенно для людей, которые никогда вот собой не занимались так вот основательно. Ну и, наконец, повышение тонуса и коррекция питания – это тоже замечательные наборы. Это либо упаковка жизни, это повышение тонуса, безусловно, куда также входит вода. Либо, конечно же, Daily Health Pack – это ключевые компоненты здорового питания. Вот, упаковка для здоровья на каждый день. Соответственно, вот с этих решений я предлагаю вам попробовать начать, предлагаю вам инвестировать в свое здоровье. Результат не заставит себя ждать. Достаточно одного месяца, чтобы вы почувствовали тектонические сдвиги, те изменения в вашем самочувствии, которые дает вам продукт. Но нужно понимать, что мы не занимаемся лечением, мы не предоставляем альтернативу лечению, ни в коем случае.